Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Начинается церемония вручения верительных грамот. Чрезвычайный полномочный посол Новой Зеландии в Российской Федерации Иэн Александр Хилл. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Бурунди в Российской Федерации Эдуард Бизимана. Чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в Российской Федерации Альфонсо Лопес Кабальеро. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Мали в Российской Федерации Тиефинг Канате. Чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Игорь Йовович. Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Сомали в Российской Федерации Абдуллахи Махамуд Варсаме. Чрезвычайный полномочный посол Республики Чад в Российской Федерации Баджанг Мбатна.
чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Гамбии в Российской Федерации Момоду Акибайо. Чрезвычайный и полномочный посол Великого Герцогства Люксембург в Российской Федерации Жан-Клод Кнебелер. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов в Российской Федерации Регина Вероника Мария Босс. Чрезвычайный и полномочный посол Финляндской Республики в Российской Федерации Мико Тапани Хаутула. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландии в Российской Федерации Берглинд Асгерсдоттер. Чрезвычайный и полномочный посол Боснии и Герцеговины в Российской Федерации Мустафа Муизинович. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Камбоджа в Российской Федерации Висет Кер. Апостольские нунции в Российской Федерации архиепископ Челестино Мельоре. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Российской Федерации Владимир Александр Марчинек. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея в Российской Федерации Хосе Эсонсо Меча Акенг.
чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Российской Федерации Батыр Ниязлиев. Уважаемые дамы и господа, Distinguished ladies and gentlemen, приветствую вас на торжественной церемонии вручения верительных грамот и поздравляю с официальным началом ответственной и важной дипломатической миссии в Москве. I welcome you at the solemn ceremony of delivery presentation of credentials and congratulate you with the official beginning of your responsible and important diplomatic mission in Moscow. Надеюсь, что ваша деятельность по развитию отношений между представляемыми вами государствами и Россией будет способствовать активизации политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, расширению гуманитарных контактов. I hope that your activity to develop relations between the states represented by you and Russia would contribute to higher political dialogue, strengthening of trade and economic ties, expanding of humanitarian contacts. Вы можете рассчитывать на поддержку российского руководства, органов исполнительной и законодательной власти, представителей бизнеса, широких кругов общественности. You can count for the support of the Russian leadership, the executive power and legislative power bodies, representatives of business and broad circles of society. Подчеркну, что Россия готова сотрудничать со всеми странами в духе честного и взаимовыгодного партнерства. I highlight that Russia is ready to cooperate with all countries in the spirit of honest and mutually beneficial partnership. Выступает за обеспечение равной и неделимой безопасности, за решение мировых и региональных проблем, урегулирование конфликтов на прочной основе международного права и устава Организации Объединенных Наций. We support the enhancement of equal and indivisible security, the resolution of global and regional problems, settling conflicts on the firm basis of the international law and the UN Charter. Именно этими принципами мы руководствуемся при выработке подходов к наиболее острым вопросам современной повестки дня, включая и сирийский кризис. These are the principles with which we are guiding when elaborating approaches to the most acute issues on the modern agenda, including the Syrian crisis. По большому счету, здесь, на сирийской земле, сейчас определяется способность и готовность международного сообщества объединить усилия и вместе противостоять единой для всех нас угрозе террористической. Largely on the Syrian soil, now there is a determination, and it is being determined, the ability and readiness of the international community to join efforts and together counter the common threat, the terroristic threat. А также адекватно отвечать на другие вызовы глобальной безопасности и стабильности. And also to adequately respond to other global challenges to security and stability. Вместе с заинтересованными странами Россия содействует запуску внутрисирийского диалога. Together with the stakeholding countries, Russia is assisting the launching of the inner Syrian dialogue. Убеждены, решение сирийского конфликта должно быть политическим. We are convinced that the resolution of the Syrian conflict should be political. Только так можно остановить кровопролитие, обеспечить возвращение миллионов беженцев, восстановить экономику и социальную сферу этой страны. It is the only way to stop bloodshed, provide for the returning of millions of refugees and restore economy and social area of that country. Уважаемые дамы и господа, Ladies and gentlemen, несколько часов назад в Соединенных Штатах Америки завершились президентские выборы. A few hours ago, presidential elections have finished in the United States of America. Мы внимательно следили за этой кампанией. We have been following this campaign with attention. Хочу поздравить американский народ с завершением избирательного цикла.
And I'd like to congratulate the American people with the end of the electoral cycle. А господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. And I'd also like to congratulate Mr. Donald Trump with his victory in these elections. Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты Соединенных Штатов. We have heard his electoral slogans when he was still a candidate of the presidency. Которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами. And he spoke about resuming and restoring relations between Russia and the United States. Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. We understand that the way to that would be difficult, taking into account the current state of degradation of relations between the U.S. and Russia. И это, как я уже многократно говорил, не наша вина, что российско-американские отношения находятся именно в таком состоянии. And as I have repeatedly said, that is not our fault that the Russian-American relations are in that poor state. Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. But Russia is ready and wants to restore the full-fledged relations with the United States. Повторяю, исходим из того, что это будет непростой путь, но мы готовы пройти и свою часть. I repeat, we understand that this will be a difficult way, but we are ready to play our part in it. И сделать все, чтобы вернуть российско-американские отношения на устойчивую траекторию развития. And do everything to return the Russian-American relations to the stable and sustainable development track. Это пошло бы на пользу как российскому, так и американскому народам. This would serve the well-being of both Russian and American peoples. И позитивно сказалось бы на общем климате в мировых делах, учитывая особую ответственность России и США за поддержание глобальной стабильности и безопасности. And would have a positive effect on the general climate in the global affairs, taking into account the special responsibility of Russia and the US to sustain global stability and security. Уважаемые дамы и господа, distinguished ladies and gentlemen, на сегодняшней церемонии присутствуют главы 19 дипломатических миссий. At this ceremony we have the heads of 19 diplomatic missions. По традиции я скажу несколько слов об отношениях России с каждым из представляемых вами государств. And traditionally I'll say a few words about the relations with Russia with every of the states represented by you. Мы выступаем за развитие российско-новозеландских связей на взаимовыгодной основе. We support the development of Russian-New Zealand relations on the mutually beneficial basis. Рассчитываем на возобновление переговоров по соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Новой Зеландией. We expect to resume talks on the free trade agreement between the Eurasian Economic Union and New Zealand. Наши отношения с Республикой Бурунди носят традиционно дружественный характер. Our relations with the Republic of Burundi have been traditionally friendly. Отмечу, что ведется проработка совместных проектов в нефтегазовом и горнорудном секторах. I'd like to note that now we are working on joint projects in oil and gas and mining sectors. И мы, конечно, желаем достижения в вашей стране скорейшей внутриполитической стабильности и национального согласия. And of course, we wish you to achieve in your country as soon as possible the inner political stability and national accord. С Греческой Республикой Россию объединяют общие страницы история, культурная и духовная близость. Russia and the Hellenic Republic are united by the common pages of history, by the cultural and spiritual affinity. Весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные международные темы предметно обсуждались в ходе моего визита в Афины в мае текущего года. All the range of the bilateral cooperation issues and the topical international issues have been discussed in detail during my visit to Athens this May. Убежден, что дальнейшему развитию разноплановых связей и упрочению дружбы между нашими народами будут способствовать проводящиеся сейчас в обеих странах перекрестные годы России и Греции. I'm confident that the further development of versatile links and enhancement of friendship between our peoples would be added up by the current reciprocal years of Russia and Greece and in our countries. Успешно взаимодействуем с Колумбией в сфере энергетики, машиностроения, инфраструктуры.
We have successful cooperation with Colombia in energy, mechanical engineering and infrastructure. Реализуются новые совместные научно-технические проекты. We are implementing new joint scientific technical projects. И Россия приветствует подписание в сентябре итогового соглашения о мире, которое призвано положить конец многолетней гражданской войне в вашей стране. Russia welcomes the signing this September the final peace agreement, which is aimed at putting an end to the many years of civil war in your country. Налаживаем партнерское сотрудничество с Республикой Мали в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. We are developing the partnership cooperation with the Republic of Mali in political, trade, economic, humanitarian and other areas. Россия поддержала в июне этого года резолюцию Совета Безопасности ООН о расширении мандата многопрофильной комплексной миссии Организации по стабилизации в Мали. This June, Russia supported the resolution of the UN Security Council about the expansion of the mandate of the multidimensional complex mission of the UN on stabilization in Mali, MINUSMA. Наши отношения с Черногорией всегда основывались на давних традициях дружбы. Our relations with Montenegro has always been based on the long traditions of friendship. Мы рассчитываем, что черногорское руководство будет придерживаться сбалансированной внешней политической линии, и мы будем продолжать наши отношения во всех областях. We expect that the government of Montenegro would stick to the balanced foreign policy line, and we will continue our relations in all the areas. Мы заинтересованы в развитии связи с Федеративной Республикой Сомали. We are interested in developing cooperation with the Federal Republic of Somalia. Отмечаем усилия правительства вашей страны, направленные на достижение национального примирения и согласия, восстановление экономики и социальной сферы. We note the efforts of the government of your country aimed at achieving the national reconciliation and accord and restoring the economy and social area. Поддерживаем политический диалог с Республикой Чад, в том числе с учетом председательства вашей страны в Африканском Союзе. We sustain the political dialogue with the Republic of Chad, including with account of the chairmanship of your country in the African Union. Ожидаем с визитом в Россию президента Идриса Деби. We are expecting the official visit to Russia of the President Idris Deby. Готовим в этой связи проекты конкретных договоренностей в торгово-экономической и гуманитарной сферах. And in this regard, we are preparing the drafts of particular agreements in trade, economic and humanitarian areas. Взаимодействие с Исламской Республикой Гамбии строится на принципах дружбы и взаимоуважения. The cooperation with the Islamic Republic of the Gambia has been built on the principles of friendship and mutual respect. Ценим настрой гамбийских партнеров на расширение двусторонних связей по самым разным направлениям. We highly evaluate the desire of the Gambian partners to expand the bilateral relations on various areas. В этом году отмечается 125-летие установления дипломатических отношений между Россией и Люксембургом. This year we are celebrating 125th anniversary of establishment of diplomatic relations between Russia and Luxembourg. Сотрудничество наших стран носит взаимовыгодный и многоплановый характер. The cooperation of our countries is of mutually beneficial and comprehensive character. Королевство Нидерландов является одним из крупнейших экономических партнеров России. The Kingdom of the Netherlands is one of the largest economic partners of Russia. Голландский бизнес успешно работает с российскими партнерами в торговой и инвестиционной областях. The Dutch business community successfully cooperates with Russian partners in trade and investments. В рамках российско-финляндского добрососедства накоплен действительно уникальный опыт политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества. Within the good neighborliness of Russia and Finland, we have accumulated a really unique experience of political, trade, economic and cultural cooperation. Мы поддерживаем активные контакты с президентом Финляндии Саули Ниинисто, конструктивно обсуждаем весь спектр вопросов двусторонней международной повестки дня, включая ситуацию в Балтийском регионе.
We are engaged in active contacts with the President of Finland, Sauli Niinistö, and we constructively discuss all the range of bilateral and international agenda issues, including the situation in the Baltic region. Отношения с Исландией также носят взаимовыгодный характер. Our relations with Iceland are also of the mutually beneficial character. Убежден, что взаимодействие по арктической проблематике, развитие кооперации в области рыболовства, реализация совместных инновационных и наукоемких проектов, в том числе в сфере использования геотермальной энергии, отвечает интересам обеих стран. I am convinced that our cooperation in the Arctic and developing the cooperation in fisheries, implementation of joint innovation and knowledge-intensive projects, including in the area of using geothermal energy, is within the interests of both countries. В декабре отметим 20-летие установления дипломатических отношений с Боснией и Герцеговиной. In December, we will celebrate the 20 years anniversary of establishing diplomatic relations with Bosnia and Herzegovina. В качестве гаранта мирного соглашения по БИК Россия последовательно выступает за его неукоснительное соблюдение всеми сторонами. As a guarantor of the peace agreement on Bosnia and Herzegovina, Russia has consistently spoken for its strict adherence to and compliance by all the parties. Уважаемый господин посол, Камбоджа, ваша страна празднует сегодня День независимости. Your Excellency, the Ambassador of Cambodia, your country today is celebrating its independence. Мы все поздравляем вас, вашу страну. Сегодня направил поздравление главе вашего государства. Я хотел бы высказать надежду, что отношения России и Камбоджи будут и впредь развиваться по всем направлениям, на благо наших народов, в интересах стабильности и безопасности в Юго-Восточной Азии. We all congratulate you with this. And I have also sent congratulations to the head of your state, and I'd like to express the hope that the relations of Russia and Cambodia would in future develop in all areas for the benefit of our peoples and in the interests of stability and security in Southeastern Asia. Удовлетворены конструктивным сотрудничеством с Ватиканом. We are satisfied with the constructive cooperation with the Vatican City. У нас во многом близкие подходы к острым проблемам внешнеполитической повестки дня. We have in many ways close approaches to the topical issues on the foreign policy agenda. Сообща выступаем за формирование единого фронта борьбы с растущей угрозой терроризма и экстремизма, отстаиваем важность укрепления нравственной основы в международных делах. Together we speak for creation of the single and united front of struggle against the growing threat of terrorism and extremism and defend the importance of enhancement of the moral basis in the international affairs. Уважаемый господин посол Польской Республики, мы с вами знаем, что состояние российско-польских отношений вряд ли можно назвать удовлетворительными сегодня. Your Excellency, the Ambassador of the Republic of Poland, we both know that the situation in the Russian-Polish relations could hardly be called satisfactory today. Вместе с тем, мы считаем, что восстановление политического диалога возможно на основе взаимного уважения и прагматизма. Still, we believe that the resumption of the political dialogue is possible on the basis of mutual respect and pragmatism. И готовы все сделать с нашей стороны для того, чтобы достичь этой цели. And we are ready to do everything on our part to achieve this goal. В контексте дальнейшего развития дружественных отношений с Республикой Экваториальная Гвинея придаем особое значение продвижению взаимодействия по вопросам геологоразведки, добычи и переработки углеводородов, включая освоение месторождений на морском шельфе. In the context of further development of friendly relations with the Republic of Equatorial Guinea, we give special importance and attention to promotion of cooperation in exploration, extraction, and refining of hydrocarbons, including the development of oil fields on the sea shelf. Высоко ценим многоплановые отношения стратегического партнерства с Туркменистаном. We highly evaluate the multidimensional relations of strategic partnership with Turkmenistan. В ходе состоявшихся на прошлой неделе в Сочи переговоров с президентом Гурбангулы Меликулиевичем Бердымухамедовым условились активизировать торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, совместную работу в Каспийском регионе.
During the talks with the president Gurbanguly Berdimuhamedov last week in Sochi, we have agreed to boost up the trade, economic, cultural and humanitarian links, as well as our joint work in the Caspian region. Уважаемые дамы и господа, distinguished ladies and gentlemen, в заключение хотел бы еще раз искренне пожелать вам успехов в столь ответственной деятельности. In conclusion, I'd like again to wish you sincerely all every success in your very responsible activities. Надеюсь, что у вас останутся самые благоприятные впечатления от работы и пребывания в России. I hope that you will have very favorable impressions of your work and stay in Russia. Благодарю вас за внимание. Thank you for your attention.